Добрый день, маленькие зрители! Сегодня мы начинаем познавательную передачу по правилам дорожного движения. А поговорим мы о дорожных ловушках. В этом нам поможет наш корреспондент Кот Бузин. Встречайте его на улице нашего города. Внимание, внимание! Находимся с вами на самом оживленном перекрестке города. Посмотрим, как жители соблюдают правила дорожного движения. А поможет нам в этом известный светофор Светофорич. Я всегда стою на страже, по ночам не сплю я даже. Взрослые идут и дети, и машины здесь целый ряд. Светофор для всех на свете настоящий друг и брат. Есть ловушки на дороге, берегите руки, ноги. Да, ловушки дорожные, их вовсе немало. Надо их знать, чтоб аварий не стало. Посмотрите на экран, мы все сейчас покажем вам. Загорелся свет зеленый, можешь смело ты идти. Услыша звук сирены, стой и всех останови. Но специальная машина здесь не может долго ждать. Ей скорее надо ехать, что, пожалуй, устранять. Внимание, внимание, смотри, запоминай, и правила дорожные учи, не забывай. Не забывай. Ловушка номер два. Догадайтесь, друзья! Велосипед педальный не для прогулок дальних. Внутри двора его в пути, а на дорогу не кати. Круг окрашенный в красный цвет, а внутри велосипед. Этот знак нам говорит, велосипеду путь закрыт. Круг окрашен в синий цвет, а в кругу велосипед. Веселее, дружок, кати и педалями крути. Если встретишь знак знакомый, велосипедная дорожка, ездить здесь свободно можно, но все же очень осторожно. Эти правила движения буду строго соблюдать. Как таблицу умножения буду без ошибок выполнять. Ловушка номер три. Повнимательней смотри. Через дорогу не иди, жизнь свою побереги. В догонялки, салки, прятки, в мяч играют на площадке. Подходя к дороге, наушники сними, и тогда дорогу спокойно проходи. Пешеходная дорожка от беды убережет, и девчонку, и мальчишку от несчастья спасет. Ну как, понравилась наша передача? Думаю, все жители нашего города будут соблюдать правила дорожного движения и никогда не попадутся дорожные ловушки.